Всем привет! Знакомлю вас со своим новым портретом Анджелина Джоли. Пополняю звездную галерею новым портретом. Вот таким вот звездным портретом. Это моя версия этой актрисы. Пастель. Вот такая картинка, которая мне понравилась. И вот моя версия этой картины, этого портрета. Вот тут я подписала Ларус, 18-й год. Ну и пройдусь по живописи, ну по пастели. Глаза, зеркало души. Вот такие смелые штрихи. Я не ставила задачу сделать реалистично портрет. Буквально до волосинки вылизано, как вот, допустим, здесь. Я хотела, чтобы портрет был живым. Таким, знаете, нервным, будоражащим воображение. С такими мазками, с ритмом более выраженным. Но насколько мне удалось, это решать вам. Вот я так вот показываю этот портрет. Вот они вдвоем. Вот они вдвоем. Это моя Анджелина Джоли. И вот картинка, с которой я рисовала. Вот, теперь буду просить Сережку, чтобы он одел в раму ее. Эту актрису. И она пойдет и будет стоять рядом с Брэдом Питтом, моей тоже новой версией портрета. Ну, мне нравится, вот с пылу с жару, только первые минуты, когда портрет лежит передо мной, вот еще, вот пастель, вот все на столе еще так, вот пастель, которой я работала, пастель, растушевка, вот такой вот, видите, пользовалась я вот такой вот этой самой. И пальцами, и чем я только тут не... И вот еще вот такая вещичка есть, вот, блики. Но я это и как-то не очень. Это самое, так она у меня лежала. Вот это вот пригодилась мне такая щеточка. Щеточка. Ну, вероятно, если вообще углубляться и делать гиперреализм, то, наверное... Все средства хороши, но у меня не было такой задачи сделать вот ее вот просто вот гиперреалистичной, суперфотографичной. Я не хотела. Я хотела, чтобы портрет был живописным. Нравится мне эта актриса, ее лицо. Особенно ее вот такие вот глаза с таким прищуром рысьим, таким рысий взгляд такой вот. Губы пухлые ее, вот такое вот характерное такое лицо. Вздернутый маленький тонкий носик. Очень женственный. Ну и я уже один раз рисовала ее, это был карандаш. Вот он у меня висел на улице, этот портрет, на уличном вернисаже, вот, и попал под дождь, и испортился портрет. Дождем его залило, и потом, в общем, остался портрет в потоках дождя, и где-то там в свитке лежит свернутый в рулончик, так сказать, уже, ну, где-то хранится в уголочке моем, в закуточке,
где хранятся портреты, которые побывали под дождем, под снегом, без чего невозможно избежать на уличном вернисаже. Вот. Жалко иногда выставлять, но поток людей идет, и хочется побыстрее, побыстрее предоставить новую работу. Вот, и если видишь внимание людей, это очень всегда приятно. Ну вот, так вот. Ну, еще раз я вот так вот поднимаю все. Вот. Портрет. Я не знаю, кто художник, а вот это вот мой художник, это я. Вы меня знаете. Вот, и вот я еще раз. Вот так вот. Нравится мне просто вот. Ну, а если мне нравится, если работа, которую выполнил художник, нравится ему самому, значит, она будет нравиться и людям, зрителям, которые будут смотреть. Но если что-то вот с вас смущает, то значит надо поправить, ибо это будет замечено и другими людьми. Вот так вот. Вот такие вот нюансы. Ну, конечно, пастель это не для белоручек. Вот. Это техника очень. Особенно сухая пастель. Это мягкая сухая пастель. И нарисован этот портрет на акварель, вернее, на пастельной бумаге, на пастельной специальной бумаге. Вот. Теперь его надо закрепить. Самое простое – это фиксатор локон. Это лак для волос. И можно одевать под паспарту и под стекло. Паспарту желательно, обязательно, потому что она бережет соприкосновение пастели со стеклом. Паспарту. Это внутренняя бумажная такая вот рамка. Можно двойное сделать, чтобы вот это нежные частицы пастели, они ведь, смотрите, вот они живые. Вот смотрите. Раз. Вот. Оно живое, оно все. Можно сказать, вот если его грубо провести, оно может смазаться. Поэтому пастель требует очень бережного хранения и бережного обращения. Не дай бог, чтобы котик лапкой не прошелся, у кого есть котики и кто пишет пастелью, чтобы, не дай бог, чтобы не пролить кофе. Вот, очень бережно. Очень бережно, 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 пока не оденется под стекло и в раму. Вот. Ну, вот, пожалуй, на этом все. Опять ночь, 11, ну сколько сейчас? 22:45. Вот. Ну, я уже говорила где-то, что художники работают в основном в ночное время, когда ничто не мешает. Но еще не очень поздно. Вот. Я вместе с вами вот любуюсь, смотрю, рассматриваю. Вот новоиспеченный портрет. Ну и что, что он с картинки? Не обязательно, конечно, есть такие принципиально, что именно с натуры. Можно и с натуры, но если, как говорится, было настроение, почему бы не нарисовать так, как хочется, в комфортном таком режиме, вот просто вот взять и нарисовать такую картинку, которая будет и у тебя теперь. Твою версию поэта, ой, твою версию портрета, вот поэта говорю, очень поэтично. Твою версию, свою версию портрета Анджелины Джоли. Вот этой вот красивой актрисы. Не зря я припомнила, мне пришло слово поэт, поэтический получился портрет. Я думаю, что ей бы он понравился. Вот просто как будто вживую я ее рисовала. Ну, вот так-то. Немножко себя похвалила. Ну, я думаю, что какие-то придут комментарии. Еще раз повторяю, что это портрет, нарисованный пастелью на пастельной бумаге. Размер где-то 40
40 на 50. Вот. И с вами была художница Изюмченко Лариса. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. Я всегда очень рада читать комментарии. Это говорит об обратной связи нашей, о взаимных каких-то импульсах. Возможно, кого-то мой портрет подтолкнет к написанию своих портретов. Возможно, у вас будет в 100 раз лучше, чем у меня. Но у меня получилось так вот. На этом до свидания. С вами была Лариса Изюмченко. Пока.